Итак, мы находимся в Левине, командный чемпионат Европы по бадминтону среди команд мужских и женских. Играем отдельно. Прошел первый день, и сегодня мы получим информацию из первых уст от участников турнира. Каждый буквально пару слов скажет, что чувствует, как себя чувствует. Те люди, которые играли сегодня, скажут, как они провели матчи, и я думаю, вам будет это интересно. Итак, я сегодня провел свой первый матч на командном чемпионате Европы против команды Австрии. Сразу скажу, что достаточно сложная была игра, потому что переезд дался не так-то просто. Вечером еще мы тренировались, и вот это все наложило свой определенный отпечаток на сегодняшнее состояние. Достаточно медленно вкатился в игру, и не сказать, что провел свой сегодня самый лучший матч, но победил две партии, и все хорошо, все в порядке, и, скажем так, дал позитивный тон для команды. Вот. Так что всем спасибо за поддержку и движемся дальше. Завтра в 7 вечера будем играть свой, я думаю, решающий матч за выход из подгруппы. Так, а сейчас мы дадим слово капитану нашей команды. Сейчас он все расскажет, как оно есть, как оно сегодня было. Друзья, всем привет. Сегодня у нас был, можно сказать, матч открытия, в котором мы одержали уверенную победу над командой Австрии. Сегодня себя очень хорошо проявил в первой нашей игре молодая наша кровь, молодой спортсмен Георгий Карпов, уверенно обыграв третью одиночку. И, в принципе, первые две также достаточно хорошо справились наши ребята. Немножко буксовали в начале, но достаточно хорошо собрались во второй и Сережа в третьей партии. Вот. Ну, в пары, как и планировалось, пришлось разбить, чтобы попробовать новые комбинации. Если это понадобится, то будем это делать в плей-оффе, потому что у нас завтра предстоит уже игра с Ирландией. Будет, я так считаю, разыгрываться уже путевка в плей-офф именно с этой командой. Вот. Так что настраиваемся на следующие матчи и всем удачи. Так, а сейчас нам пару слов скажет чемпион России в парном разряде. Никита Хакимов. Забойный парник. Забойный парник сегодня выиграл первый матч парный. На самом деле, после вчерашнего дня я думал, с утра будет тяжело просыпаться, так как был очень ранний матч у нас сегодня. Но разница во времени дала свои плоды. Плюс 2 часа сказались. Я проснулся вообще в хорошем настроении, выспавшись. Позавтракали хорошо, поехали на игру. Уверен, себя чувствуете, честно? Чуть-чуть было сомнение легкое, потому что все равно с Вовой играть не приходилось до этого, только на тренировке последние там 2 дня. И разные тактики у нас, разные мышления, чуть пришлось подстраиваться, но чуть-чуть было сомнение вначале, но потом все ушло, когда мы начали уже длинные розыгрыши играть. То есть, в принципе, прошло все нормально. Как ну, бы легко сработали, в принципе. Вторую партию уже видно было, что без особых проблем. Да, отработали нормально вроде. Завтра, я думаю, полегче будет. Зал еще такой неприятный, большой. Редко в таких, в принципе, играем. В Европе, да. Такой объемный зал. Надо почувствовать. Первые игры всегда такие. Входить надо в них. Ну, думаю, завтра дадим жару Ирландии. Ура, нам вперед. Вперед. Итак, мы записали пару роликов, и видите, настроение в целом позитивное, хороший настрой на завтрашний матч с Ирландией хороший, и Вова правильно сказал, что он будет определяющим для нас, как выход из-под группы. Нам это очень важно, потому что выход из-под группы, скорее всего, это уже дорога на медали. Поэтому, скажем так, как в теннисе скрытый матчбол или сетбол, завтра это будет скрытый выход, ну, грубо говоря, за матч уже четвертьфинальный, я бы сказал так. Поэтому пожелайте нам удачи. Вот мы настраиваемся, отдыхаем, восстанавливаемся. Кто-то тренируется, часть команды тренируется, те, которые сегодня не играли. Вот. Ну и завтра вечером, в 7 часов вечера по местному времени, мы играем второй круг против команды Ирландии. Всем пока!